Гродно по праву считается городом-музеем, и каждый десятый горожанин, по мнению специалистов, может быть экскурсоводом. Среди них есть те, кто больше обычного увлечен историей родного города – коллекционеры. Народный клуб «Скоробей» объединил всех увлеченных собранием коллекционного материала. Собрались коллекционеры, чтобы показать, насколько они имеют красивый коллекционный материал, насколько они готовы показать этот материал жителям города Гродно. Ну и пригласили одновременно, к нам приехали из различных других городов, чтобы и посмотреть, и свое привезти. Особая группа коллекционеров клуба – это филателисты. 56 человек на протяжении не одного десятка лет собирают как почтовые марки, так и другие почтовые знаки оплаты. В Гродно филателистов в разы больше, чем в других городах страны. И это несмотря на то, что филателистика перестала быть массовым движением. Если раньше коллекционер мог собирать одновременно 4 комплекта белорусских марок, теперь только один. Все дело, признаются они, в доступности и стоимости. Гродненские филателисты активно участвуют в международных выставках, где занимают призовые места и награждаются престижными призами. В 2016 году принимали участие в 4 выставках за границей. И в Бресте была выставка международная, посвященная 75-й годовщине начала обороны Брестской крепости. Там принимало участие 9 стран, участниц, 87 коллекций. В том числе 16 Гродненской области. Все коллекции Гродненской области получили награды разной степени. Такие встречи, говорят коллекционеры, очень нужны. Здесь собираются люди, которым есть что показать и рассказать об истории города и края. Многие из них занимаются не только коллекционированием, но и собирают материалы по краеведению. Я работаю учителем, и когда я ученикам показываю настоящую монету 17 века, они быстрее усваивают историю, чем если бы я об этом периоде им просто рассказывал. Кроме того, я получаю удовольствие, когда держу в руках монету, хотя бы потому, что эту монету держали до меня тысячи людей. Важность и значимость существования Народного клуба «Скоробей» отметили и представители местной исполнительной власти. Собрание коллекционеров, говорят они, это уникальные факты из истории города, то, что будет интересно для иностранных туристов. Их потенциал, а их у нас более 100 человек, кто имеет индивидуальные коллекции, их потенциал будет востребован и жителями города Гродно, Гродненской области, а также и туристами, в том числе зарубежными, которые сегодня к нам имеют возможность приехать по безвизовому въезду. В будущем планируют организовывать встречи коллекционеров каждую неделю. Кроме этого, каждое воскресенье с 9 до 12 утра будут проходить тематические выставки. Здесь коллекционеры, горожане и туристы смогут открыть для себя новые факты из жизни города. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, новости Гродно+.